Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Послезавтра все мы поедем работать в пляжном домике в Чиба. Вы сказали трое. Значит, и Урушихара с вами? А он из дома-то вообще выходит? С людьми может общаться? Если надо, мы с Асей будем работать за троих. На пляже? Ну, удачи вам. В смысле удачи? Ты едешь с нами. А? Чего? Вы хотите, чтобы я тоже впахивал? А ты что, валяться без дела хочешь, пока они трудятся? Я? Нет, то есть... Ну и какого лешего мы будем работать на пляже в такую жару? Вы бы хоть мое мнение узнали. Ой, да у тебя все равно приличного мнения на такой счет быть не может. Считай, в реабилитационный центр для тунеядцев поедешь. Чего такие сравнения? Ну так что? Вернешься, когда все закончится? Ты хороший работник. Я уже считаю тебя своей правой рукой. Жаль будет с тобой расставаться. Клянусь, я к вам вернусь. О, прекрасная дева, не желаете ли вы откушать вкуснейших твистеров и Си-Си в моей скромной компании? Я все расскажу госпоже Кисаки. Не надо. Еще и поезд древний. Вам, ребята, не понять, какое чувство ностальгии будет старые поезда. А у тебя она откуда? Ты из другого мира. О, так это ваша дочка и ваша жена с подругами, да? Не удержались и приехали посмотреть, где ваш муж будет работать. Я ему не жена!